Крыса убегает из лаборатории. И на следующий день город заполнили зомби. И только один выживший готов сделать им вызов. Всем привет, дорогие друзья, и хорошего вам настроения. С вами Рэй. Сегодня поиграем в игру, которая называется Survival EO. Блин, а мне, наверное, придется... Ладно, кнопки расставлю чуть попозже. Сейчас пока побегаем. Так, силовое поле создает тающее силовое поле. Что за тающее, не знаю. Пускает разрывную ракету и бросает кирпич. Ну, наверное, ракету я возьму. О! Так, эту биомассу я должен собирать, видимо, да? И чем больше я соберу, тем, соответственно, у меня будет крутая прокачка. Так, призывая двух стражей, что вращаются вокруг вас, они поглощают пули. О! Пули? Пули поглощают? Блин. Какие тут еще, ребята, пули? Блин, может быть, мне... Тут пауза есть? Есть пауза. Давай я, наверное, нажму и поставлю на стики все. Во! Уже получше, ребят, поприятнее. По крайней мере, мышку можно убрать. Ну, что там? Где там? Кто? Чего? Будет кто-нибудь на меня тут выпендриваться? Давай, давай, давай. Больше биомассы. Так, а тут есть еще что-нибудь? Так, прокачка. Сейчас уже... Опа, опа. Ты посмотри, какие тут уже жуки. Так, кунай. Экзоскелетная броня. Продолжительность длительного эффекта плюс 10%. Давай, наверное, я лучше возьму еще одного стража. О, у меня три стража. Они поглощают пули, нам сказали. Но они, видишь, должны типа зарядиться, потом выпускаются. А где же все зомби-то? Да вот они. А то уже я заскучал по ним. По бедолажкам. Опа, сундучок. Вот это я понимаю, раскрамсули. О, только сейчас увидел, что какие-то на меня собаки прут. Псы позорные, не возьмете меня. Блин, а хпшечки-то уже тратятся у меня. Посмотри. А что я там бегаю? С кунаем, что ли, да? У меня кунай в руках. Я его бросаю. Так, а зомби идут. А до этого что, они не шли? До этого не прохлаждались? Так, ребят, урон от ракеты удваивается. Удваивается. Давай удвоим урон от ракеты. Ой. Ой. Ой-ой-ой. Прорываемся. Фью. Блин, ты с этим кунаем, конечно, ни туда и ни сюда. Очень слабый урон от куная. Так, сундук пойду возьму. Там монетки выпадают из сундука. А монетки для чего нам? Непонятно пока. Смотри, круто. Они все в шеренгочку встали. И мы вот так вот их хоба. Ну, где стража моя? Да-да-да-да-да, именно то, что я и хотел. Так, спортивная обувь, скорость движения 10%, бросает 2 коктейля молотова. Выпускает дрон типа Б. Чем быстрее перезарядка дрона, тем выше урон и количество снарядов уменьшается. Или давай коктейль молотова возьмем. Коктейль молотова. О, воу, это еще... Это что еще за шитик тут? Смотри, гигантский какой-то. Предводитель зомби, что ли? Блин, он неубиваем какой-то. О, магнит. О, магнит все притягивает, ребята. Выпускает сверлящуюся пулю. Радиус сбора добычи 100%. Блин, можно вот это вот как-то заколбасить? Что он докопался до меня? Не так-то просто его подбить. Блин. Он вообще хоть убивается? О, сундук оставил.
Ребята, это какая-то... А, поезд удачи, это рулетка. Что же нам тут выпадет? Так, что-то нам монеты начисляют. И... Добавляет одну ракету, добавляет один кунай, добавляет еще кунай, коктейль молотова и страж. Хе-хей! Ёпрсте! Во! Слушай, мы подкрепили за роли. Так, набор опыта 8%. Давай, опыт нам нужен. Опять зомби идут. Друзья мои, опять идут. Ой. Оу! Ух! Тихо ты! Я вырвался вроде, да, из этой смертельной ловушки. Блин, ребят, надо что-то схавать где-то. Дайте хоть капельку еды. Хоть капельку. Перекусить что-нибудь. Все, вроде нормально, ребят. Вроде справился. Так, блин. Что-то я не вижу этой биомассы. От чего? Атака босса? Упс. Упс. Ой. А огонь мне повреждений не наносит, да, мой? Да ну. Что-то как-то... Ой, ребята, что-то как-то... Он специально так делает, что ли? Е-е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 
Басецкого завалил. Так, добавляет один коктейль Молотова. Энергокуб, перезарядка, от фигня, добавляет еще одну стража. Скорость движения 10%, может быть стражи. Так, обрушивает. Может опыт, опыт давай. Восстанавливает по 1% ОЗ за 5 секунд. Давай. Ой. Зомби усилились или... По-моему, да, ребят. Я там коктейль Молотова разбрасываю. О, друзья мои. Ну, если так дальше пойдет, то... Этих зомби уже не так легко подбить. Посмотри. Вот такие вот дела. И биомассы оставляют очень мало. Магнит. И чё? Эти хавки. Есть, мясо нашел, ребят. Ой, тут, тут еще и обычный зомби есть. Еле протиснулся. А это еще кто такие? Что за летуны, а? Хаотичность такая у нас. Ищу мясо. Хочу поесть. Изголодался я, бедный. А, тут какая-то... Не нравится мне это. Потихоньку, потихоньку, ребят, меня начинает тут уже прижимать. Так дайте биомассу, там не один уровень нужно еще поднять. Точнее, немножко биомассы, чтобы поднять один левел. От этих патронов, которые летают, ну, толку ноль. По-моему, ребят, тут плотничком все как-то становится. Нет такого ощущения.
Призывает дрон типа... А, дрон выпускает много снарядов. О. Так. Все равно почему-то складывается такое ощущение, что мы слабачки. Да. Ты посмотри. Я стою до последнего. И по барабану им, да, всем? Сундук. Монеты. Зомби идут, да, блин. Оу, щет, щет! Какого фикуса вы чё? Вы совсем что ли, блин? Там, в любом случае, ребята, никак не выжить было. Так, награды. Новая функция, чего тут? Награда за первое прохождение открыта. Развить открыто. Магазин открыт. Вот так вот. Давай нажмем сюда, и что у нас тут? Так, что там? Что это выучил-то? Не пойму даже, блин. Ключ потратить. Армейский ящик. Обычный дробовик. Снаряжение открыто. Так. Применить. Ну вот, ребят, теперь я буду бегать с дробовичком. Что там еще есть у нас хорошего? Ничего пока не вижу здесь. О, бесплатно. Монетки забрали. Так, тут за самоцветы. Это все за самоцветы, ребята. Ладно. Так, смотрим здесь. Чем сильнее, тем непобедимее. ОЗ плюс 10. Дальше. Ничто не дается так просто. Броня плюс 1. Восстановление плоти плюс 10. Так, атака плюс 3. ОЗ плюс 15. Броня плюс 2. Подожди, а что? А почему я не могу дальше двигаться? У меня уровень 2, понял, все, ребята. Нам нужно повышать уровень, чтобы дальше прокачиваться. А что вот это такое? Начать, дикие улицы. Ну что, погнали. О, теперь я круч. Теперь, ребята, я с дробовичком, все дела. Добавляет 3 пули. Да, блин, ты серьезно? Раскрамсули до свидули. Блин, ну... О. Хорошо. Ну, это лучше, ребят, чем кунай, на самом деле. Так, добавляет 3 пули, урон. Ну давай. То есть вот так вот будем, да? А меня устраивает. Так, ну на дробовике ты, конечно, далеко не уйдешь. Сам понимаешь, да? Надо что-то... Мясо, блин, когда оно мне не нужно, оно мясо мне дает. На, в упорище прям. Тихо. Оп. Забрали. Так, получаем урон 10... Обрушивает молнию на случайную область. Давай молнию. Воу. Так, друзья, молния бомбит. Ну, что-то как-то слабенько. Хотя... Так, деньга. Забираем эти вот штуки. Биомассу эту, так сказать. Да. Нормально кромсаем. Тихо. От псов почему-то, ребята, не выходит никакой биомассы. К сожалению.
Вообще нету. Зомби идут. Вот вы меня удивили, а? Что зомби-то идут. Не, ну если в таких количествах, конечно. А как там? Помнишь? Там, конечно, вообще жесть. Ну, это молния, как эта фигня, ребят. Что-то мне она не особо нравится. Так, дальность всех боеприпасов оружия плюс 10%. Не, давай-ка я лучше стража возьму. Блин, да что-то стражи как-то тоже. Монетки. Так, биомассы надо побольше насобирать. О, смотри, сколько ее здесь. Отлично. Экзоскелетная броня. Продолжительность эффекта плюс 10%. Не знаю, ребята, что такое. Давай бумеранг посмотрим. Ну, по идее, бумеранг должен возвращаться. Я что-то не вижу. О, это, кстати, чувак, которого, если мы убьем, от него появится суперсундук. Верно? Верно. Вот он. Рулетка. Крутим. Крутим, друзья, рулетку. И смотрим, что же нам здесь выпадет. Тут еще деньги набегают во время того, когда она крутится. Это, конечно, круто. Оу. Так, урон от бумеранга удваивается, плюс стражи, плюс молния. Такс, бумеранг становится больше. Ну, бумеранг становится больше, урон бумеранга увеличивается. То есть, по-моему, бумеранг я прокачал по фулке. Это не показалось? Да мне в пекло-то все тянет, а? Давай. А, добавляет еще одну молнию. Зомби идут. Не надо. Знаешь, в чем, ребята, недостаток дробовика? Он очень медленный, очень медленно перезаряжается. Так-то он хорош, конечно, но... Перезарядка желает лучшего. Блин, как бы мне вот это все примагнитить, а? Как вот... Есть. Так, скорость снаряда плюс 10%. Давай, наверное, ракету возьмем разрывную. Какой-нибудь магнит или еще что-нибудь такое бы взять. Смотри, сколько ее просто валяется под ногами, ребят. Жуй, не хочу. Оп. Так, призывает дрона типа А. Много снарядов. Ага, вот это вот. Был у нас такой. Атака босса. А босс какой, другой? Нет, то же самое, да? И это все? Это был босс. Ну, правильно, мы прокачиваемся, мы становимся лучше, поэтому... Че ты удивляешься? Это был босс, да? Удваивает урон от молнии, добавляет еще одну молнию. Максимальный УЗ 20%. Вот это вот надо, ребят. Так, урон удваивается. Так, повышает скорость вращения. О-о-о-о-о-о. Но зомби-то будут новые, ребята. Как тебе такой?
расклад. По-моему, ништяк. Блин, ну все равно как-то чего-то не хватает. Дамага не хватает, как всегда. О, магнит. Есть, так, получаем урон минус 10%. Давай, наверное, вот это возьмем. Нам уже надо, как говорится, позаботиться и о своей защите. О, два сундучка. Так, монетки обязательно берем. Так, обычный первый зомби. Воу-воу-воу-воу-воу-воу. Да что такое-то? Блин, да что же у вас так много-то? Ай-яй-яй. Помнишь, там были собаки, а тут вот какие-то, я не знаю, кто это такие вообще, летуны какие-то. Жестко. Бомба. Бабах. Все, ребят, кто на экране был, взрываются. Куда ты прешь, а, Рэй? Ну, ё-моё. Набор опыта 80%, максимальная УЗ 40%. Наверное, так. Хотя опыт тоже бы не помешало бы. Потому что, ну, вообще, еле-еле собираем. Наверное, опыт это один из главных аспектов в этой игре. Верно, ребят? Потому что в первую очередь опыт, а уже, как говорится, остальное все после. Опа, магнит. Фига себе там понапритягивал. Опыт. Урон удваивается. Радиус сбора 100%. Обратная полярность. Это что такое? Магнитный дротик. Куда я влез, а? Вроде выкрутился, да? Обратная полярность. Ребята, вот здесь меня тогда зажучили. Валим, 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 валим. Да как ты тут? Как? Как там такая орда на тебе? Она там ничего не поможет. Просто там ничего не поможет. Ух ты. Ага, ну если тут мы же можем экипировать нашего бойца, да? Так, эскиз перчаток, эскиз обуви. Эскиз. То есть получается, что я где-то еще могу делать. Забрать. Вау. Еще забрать. Слушай, так возможно ему сейчас... Шиканем. Так, сколько у меня самоцветов? 400. Я могу взять вот этот сундук. Содержишь хорошее, улучшенное или превосходное снаряжение. Блин. Или все-таки пока не трогать. Мое снаряжение, объединить. Я не могу понять, вот это у нас есть. А где? Блин, третий уровень еще не получил. Где мне... Эскиз перчаток, эскиз обуви. Где мне это все сделать? Вот что я имею в виду. Пока непонятно. Открывает одну. Ну что, попробуем, ребят? Тут что, можно за рекламу его открыть? Точно? Да, можно было. Вот я получил хороший кунай. А это один сундук только стоит 300. Да ну.
Это бред какой-то, ребят, тратится на него. Я вообще не вижу смысла. А вот кунай можно поставить? Применить. Потому что дробовик у нас обычный. У него атака 10, а у куная атака плюс 20. То есть уже лучше, ребята. Еще можно это все объединять, прикинь, когда у тебя будет много этих. Так, ну что, дикие улицы. А, тут еще. Ох, ёк. Серьезно? А сколько же тогда в диких улицах уровней, что я не могу пройти? Ладно, погнали. Это ж сколько нужно, ну, бомбить? Блин, ну кунай, конечно, один всего лишь. Призывает дронов. Да, выпускает много снарядов. Наверное, ребята, буду опыт теперь. Попробуем удваиваться. Дрон, конечно, хорош, но бомбит он куда-то вообще, ребят, непонятно. Вообще не пойму, куда он стреляет. Добавляет, так, скорость движения 10%. Чтобы убегать можно было. Так, давай, хапаем. А биомасса-то еще не с каждого выпадает, кстати. Да ты стреляй, я не знаю, дрон. А, он чисто по кругу, да? Понял я. У него... Так, перезарядка всех атак, скачущий футбольный мяч. Давай посмотрим, что за скачущий футбольный мяч. И чего? Тихо ты, и чего? Как-то скачущий... Бесявая фигня, если честно. Да ну, мяч это бесмонт какой-то. Так, выпускает дроны типа... Ну давай. И что он делает? Дрон, ты что делаешь? Второй дрон, который... Ага, притянули. Скорость движения плюс 20%. Ну, уже чувствуется, ребята, уже зомби идут. Я не помню, этот второй дрон, он усиливает первый, что ли, дрон? Или что? Немножко не догоняю. Блин, вот мне магнит бы какой-нибудь или что-нибудь такое, чтобы сбор быстрее шел. Так мне приходится просто подходить вплотную. О! Я еще, главное, хочу прокачивать опыт. Количество снарядов удваивается. Оп, блин, это золото. Ну, норм. Слушай, а тут определенное количество времени нужно выждать, да, чтобы босс пошел, или как? Наверное, на 3 минутах. Или где? На 5 минутах. О, дядька, ты мне как раз и нужен. Радиус сбора. Давай возьмем. А куда он? Вон он. Все, ребят, сундук забираем. Крутим. А, он прокачивает то, что у нас уже есть, понимаешь? Он не дает тебе ничего нового. Так, 180. Количество снарядов удваивается. Но, в принципе, поливаем мы тут знатно врагов.
атака плюс 10, да блин, один. Что за тающий силовый поле? Давай посмотрим. И чего оно делает? Но оно наносит урон им или что? Пока не понял я, что за тающий силовой... Так, зомби идут опять. Так, сундук. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой, тихо-тихо-тихо-тихо-тихо-тихо. Не пойму, это поле, оно меня защищает или что? По идее, должно защищать. Выпускает свежий. Так, перезарядка всех атак 8%. Атака 10%. Обожаю вот это вот. Бомбочка, ты моя любовь. Сколько на этом переулке боссов, а, будет? В этом городе. Блин, атака босса, ребят. Мы дожили до босса. Все? Ого. Кроссовки. Кроссовки и... кунай. Набор опыта. Так про это поле я нифига не понял. Не, оно, по-моему, ребят, наносит урон все-таки. Оно должно, оно обязано наносить урон нашим врагам. Меня больше волнует другое. Когда будет атака зомби, как мы будем выживать? Как мы будем сматываться, а? И сможем ли мы смотаться против толпы с псов? Блин, опыта очень мало идет. Очень мало идет опыта. И мяч этот футбольный вообще не в тему. Не в тему, ребят. Что за фокусы тут? Так, наверное, надо нам брать стражей. Стражи — это норм. Ой, ой. Стоять на месте — это, ребята, чревато. Блин, как это? Биомассы дайте мне, биомассы. Продолжительность длительного эффекта. Какого эффекта, не пойму. Продолжительность эффекта? Чего? Какой эффект? Это я понимаю, вот это взрывчик сейчас был. Еще, да? Слушай, может быть, возле этой бомбочки стоять и как только пойдет волна, применить ее, а? Что скажешь? Так, дальше что у нас?
Область увеличивается, урон увеличивается, силовое поле. А, ну силовое поле, все, ребята, я понял. Оно нас все-таки защищает. Количество снарядов удваивается. Что-то меня когда-то тут подзажали, по-моему. Вот, зомби идут, ребята. Надо валить нафиг отсюда. Это еще кто тут? Я в шоке, ребята. Мясо дайте мне, пожалуйста, дайте мясо. Еще увеличиваем. Ядрен матрен, ты посмотри, а. Что там происходит? Ну, силовое поле это вообще the best from west, ребят. Так, магнит. Давай, блин, я думал силовуху даст. Добавляет одного стража, так. Хавчик, хавчик мне нужен, ты понимаешь? Заметно, урон заметно увеличивается. Просто посмотри, что происходит. Я этих зомби просто... Ой. Смотри, что... Что я делаю? Так, заметно увеличивается, заметно увеличивается. Давай прокачиваем вот этого. По фулке. Просто иду и жгу их всех. Смотри. Красота. Все-таки, друзья мои, не зря я прокачал это биополе. Это просто песня. Единственное, что от снарядов они мне не помогают. Снаряды меня как бомбили, так и бомбят. Блин, как-нибудь куда-нибудь уйти. Атака босса. Добавляем еще одного стража. Так, набор опыта 16%. 50%. Давай, стража. А, у босс. Не знал, что делает псих. Босс, сосунос. Это не босс, ребят. Фига тут у нас, смотри. Красные, то есть это еще улучшение получается, да? У нас до этого были желтые, сейчас красные все, вот эти стражи появились. Итак. Вау, вау, вау. Колесо смерти. Радиус сбора добычи 300%. Урон заметно увеличивается. Продолжительность длительности 20%, 30%. Давай так. Они на постоянной основе, что ли, теперь бомбят? Стражи эти. Оу. Так, ребята. Дело дрянь. Они меня прижимают. Они усложняют игру. Мячик там прыгает до сих пор. Дай еду, пожалуйста, мне. Блин, надо что-то делать. Так далеко мы не уйдем.
Божественное правосудие, уничтожитель. Эй! Вау, 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 вау! Я выстрелил. Так, что тут, блин? Перезарядка всех атак. Ребята, у меня очень мало здоровья. Да это, блин! Мне бы еды бы, блин. Атака 20%. Давай так сделаем. Сорок процентов атака. Еда. Еда, еда, еда. Я взял, ребята. Поживем еще чуть-чуть. Пипец. Это просто трындец, ребят, какой-то. Смотри, что вытворяет. Так, набор опыта. Давай. Куда я иду? В какую-то кашу залез, блин. Подшел я, где сундук у нас, где он находится. Срочно надо сундук найти и подобрать его. Блин, это вообще трэш, ребят. Магнит. Продолжительность эффекта. Я от сундука очень далеко ушел. Опять ты? Охренеть просто. Блин, ребят, это жесть. Так, выживайте до 10 минут. Забрать. Забрал. Так, о! Ребята, у меня бронька. ХП 70 прибавляет. Так, а это что такое? Кожаный пояс. Он дает 38 ХП. А как новый уровень? Никак. Пока не получить. Эскиз перчаток. Эскиз перчаток. Эскиз ожерелья, да? Так, видишь, тут еще ОЗ, это плюс новые какие-то навыки, ребят, не знаю, как они пока открываются. Но третьего уровня я еще до сих пор не получил. Ну что, друзья, на этом, пожалуй, я буду закругляться. Всем большое спасибо за просмотр и до новых скорых видосиков. Удачи вам!